Дорогие друзья, сегодня рано утром пришла печальная новость. До сих пор никто не может понять, как это все произошло. Наши источники сообщают нам о том, что сегодня рано утром скорая помощь из дому забрала известного российского киноактера Гошу Куценко. Медики сообщают о том, что у него диагностирована серьезная травма позвоночника. Оказывается, за день до этого, находясь в лесу на отдыхе со своими друзьями, Гоша Куценко упал с тарзанки. Не придав этому значения, он отправился домой и ночью его уже сильно начали беспокоить боли в области позвоночника. На данный момент подробностей пока нету, друзья, уже завтра рано утром мы выступим на нашем канале, где расскажем вам более подробнее обо всей этой трагедии. Подписывайтесь на наш канал и следите внимательно за нашими новостями.